В десятых рождественских стартах спортсменов Суховолога и Богдановича наши оказались стремительнее в лыжной эстафете и интеллектуально расчетливее за шахматной доской. Сухоложцы выиграли в баскетбольном и теннисном турнирах, на татами в самбо, в шахматах поделили 25 очков со счетом 17,5 и 7,5, тоже в нашу пользу. Богдановичу уступили всего лишь в двух ветеранских матчах по футболу и волейболу. Финальная встреча на лыжной трассе на окраине фабричного поселка при любом раскладе уже не могла повлиять на общий зачет. И тем не менее и здесь наши лыжники продемонстрировали преимущество в эстафетных гонках. Итак, междугороднему спортивному кубку, как и год назад, продлена сухоложская прописка. Кстати, изготовлен приз 10 лет назад в складчину, чаша на Богдановичском фарфоровом заводе, а основание сухоложскими мастеровыми.